В Тюмени открыли амбулаторный кардиологический центр. В отделение, которое располагается в здании на Мельникайте 117, больных направляют из поликлиник. Все процедуры бесплатные. Например, тестирование на велотренажере и беговой дорожке помогают врачам понять, насколько быстро организм пациента восстанавливается после физической нагрузки. Отделение оснащено самым современным оборудованием, приборами суточного мониторинга ЭКГ и артериального давления, аппаратами ультразвуковой диагностики для эхокардиографии. Задача нашего центра, амбулаторного центра второго уровня, его организации, сделать кардиологию в городе Тюмени более доступной, чтобы пациенты, не заходя на третий уровень, где нужно уже принимать решение об операциях, об антиритмических операциях, могли получить полные ответы по своим диагнозам. Таких пациентов достаточно много.